floating it's even better. Сергей, скажите, вот ваш экипаж, он за последнее время, ну, кажется, настолько сплоченным, столько вас всего было в этом полете, и эксперименты совместные, и нештатные ситуации, с которыми вы справлялись. Скажите, вот дальше, программа МКС, вы отмечали в том числе ее 20-летие. Как вы думаете, в будущем вообще лучше будет, если страны разделятся и будут вести такие проекты, ну, чтобы удобнее какие-то вещи прорабатывать, либо все-таки совместно? Я думаю, что нам разделяться никак нельзя, потому что это не только дорогостоящий проект, но он и высокотехнологичный, поэтому здесь надо необходимо действовать сообща. Я думаю, что намного эффективнее и лучше будет работать вместе. А какие планы у вас на будущее, какие новые цели себе ставите? Я думаю, что после реабилитации встать на подготовку в следующий экипаж и продолжить свою космическую деятельность в качестве космонавта. Александр? Ну, в принципе, так. Мы все астронавты, как по профессии, и поэтому, ну, мы готовы к следующим полетам. Конечно, будет несколько времени, но, в принципе, конечно, у нас еще задача этого миссии, значит, мы еще работаем с учеными, дать данные, исследований делаем много, и поэтому это, конечно, большая часть миссии, которая еще вперед. А вот ваш совместный эксперимент Икарус, какие-то результаты есть? Можете уже поделиться чем-то? Ну, это очень рано уже сказать, да, такие эксперименты, они, конечно, достаточно сложные. Значит, только несколько недель после полета мы пока не ожидаем такие данные. Это большой проект, там тысяч людей работают, и, ну, я знаю, что это отличный проект, и это не только Икарус, но у нас были, конечно, намного больше совместных экспериментов, как Пикачикири. Это будет очень интересно, потому что эти данные, конечно, это знание помогает всем на Земле, а не только одной стране. Это важно для всех, и поэтому классный проект. Сирина, скажите, как вам? What is about the flight and your future plans? Post-flight? Well, it's only been 45 days post-flight, so still rehabilitation, maybe a vacation sometime, and then after that, more training. So the flight itself was extremely successful. Could not have asked for a better crew, and everything went according to plan, even with small nuances. Okay, thank you. Слава героям! Ребята, welcome, молодцы! Скоро простудишься. Мы за оркестром. Ты сегодня чуть-чуть, а то мне тут так. Задержим. Приглашаю вас в дом космонавтов. Ура! 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 Ура!
гости. Рады приветствовать вас в этом зале. В связи с тем, что 20 декабря 2018 года благополучно был завершен полет космического корабля «Союз МС-09» и 56-57 длительной экспедиции на МКС с экипажем в составе космонавта Роскосмоса Сергея Прокопьева, космонавта Европейского космического агентства Александра Герста, астронавта НАСА Сирины Аунион Ченсло, 197 суток продолжалась эта миссия, она достойно завершена, подведены итоги этой экспедиции. Состояние здоровья космонавтов и астронавтов вернулось к исходному. Земля приняла их в среду земного притяжения, и они с ней уже свыклись. Это радует, и мы сегодня проводим традиционное мероприятие, посвященное торжественной встрече экипажа. Слово предоставляется заместителю директора департамента пилотируемых космических программ госкорпорации «Роскосмос» Шишкову Борису Евгеньевичу. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, от имени госкорпорации «Роскосмос», от департамента пилотируемых программ поздравляем экипаж с успешным выполнением полета, конечно, в первую очередь, благодаря их усилиям сегодня у нас состоялось вот это вот прекрасное мероприятие. Это мероприятие, как все знают, является венцом многомесячной, даже многогодовой работы больших коллективов, нескольких организаций. И я считаю, что основные цифры вот по выполнению полета программы уже были сказаны командирам, и я их повторять не буду. В общем-то, все их услышали. Но это хороший повод сегодня сказать несколько добрых слов в адрес каждой из этих организаций. В первую очередь, конечно, это добрые слова в адрес ваш, Центр подготовки космонавтов. Это больше 1500 людей трудится над тем, чтобы подготовить вот этот вот прекрасный экипаж. И под руководством вот этих людей, которые сегодня находятся за этим столом. Это огромная работа, и время идет очень быстро. Вроде бы совсем недавно мы утвердили программу подготовки этого экипажа. Вроде проводили на Байконур совсем вот чуть-чуть назад, какое-то время, да, и вот мы уже встречаем их и поздравляем с успешным выполнением полета. Ну, конечно, нельзя забыть о тех, кто создает космические корабли. Вот Сергей Юрьевич почему-то скромно сел сегодня в зал Романов, да, мы знаем, что человек, который от первой железки, в общем-то, да, уже до изделия, до конечного, провожает эти корабли в космос, и более того, мы знаем, что было таких несколько неплановых ситуаций в этом полете, и, в общем-то, с честью наша ракетно-космическая корпорация «Энергия», с честью выполнила эти задачи, и сегодня, опять же, мы встречаем наш прекрасный экипаж. Но нельзя вспомнить о нашем институте медико-биологических проблем. Сегодня у нас Олег Валерьевич, он представляет здесь его, да. Поэтому с большим уважением относимся к его работе, и, в общем-то, благодаря его специалистам мы не беспокоимся за здоровье экипажа. И большое количество медико-биологических экспериментов было проведено на борту благодаря их усилиям специалистов этого заведения. Но необходимо, конечно, я уже не буду отдельно останавливаться на организациях, которые участвуют в поиске и спасении. Опять же, осенью у нас была возможность убедиться в прекрасной работе, слаженной работе тех подразделений, которые задействованы в этом процессе. Вот. Ну и, наверное, скажу, конечно, отдельные слова о нашей Федеральной медико-биологическому агентству, тоже, я думаю, специалисты присутствуют. Вот. И, конечно, те вопросы санитарно-медико-биологического обеспечения, которые требуется решать в постоянном режиме на космодроме Байконур, вот мы за них не беспокоимся, потому что занимаются специалисты высокого класса. Ну и пользуясь случаем, что сегодня присутствуют у нас американские коллеги здесь, и очень на высоком уровне у нас сегодня посол Соединенных Штатов Российской Федерации. Конечно, хочется сказать о том, что благодаря нашим конструктивным, добрым контактам
и у нас и с офисом НАСА, спасибо им большое. Вот. Мы находимся в режиме постоянных телеконференций, какие-то возникающие вопросы мы решаем очень оперативно, быстро. И на сегодняшний день мы можем сказать, что эта работа находится на высоком конструктивном уровне. Ну и уже переходя, наверное, к программе полета, я скажу о том, что Сергей Валерьевич, для него это был первый полет, и он сразу таки выдался продолжительным, сверхплана продолжительным. Пришлось ему выполнить две операции по внекорабельной деятельности. В общем-то, все знают, что операции были непростые. В ходе первой операции была выполнена установка в соответствии вместе с Олегом Артемием, который сегодня в зале, такого сложного устройства антенного на борту нашей станции. И мы знаем, что это очень непростая работа. И более того, наши немецкие коллеги нас все время торопили, что давайте, давайте объявим, что это так здорово. Мы говорили, нет, давайте подождем этого середины августа, когда все выполнено. Мы поздравим наших ребят и порадуемся, что эта работа выполнена. И она была выполнена с честью. И вторая внекорабельная деятельность была связана тоже у нас там, с определенной ситуацией, все они знают. Вот, она тоже потребовала определенных усилий. И, конечно, здесь надо, кроме экипажа, сказать хорошие слова в адрес главной оперативной группы управления под руководством Владимира Сергеевича Соловьева, к сожалению, сегодня здесь не присутствует. Вот. Но благодаря, в общем-то, этой группе, тоже во многом, эта деятельность была подготовлена и проведена, какие-то вещи всплывали по ходу, это транслировалось, в общем-то, на весь мир, все желающие могли это посмотреть, но опять эти задачки решались с честью, и, в общем-то, на сегодняшний день мы можем поздравить экипаж, в том числе с выполнением этой непростой задачи. Ну и я не могу сказать уже пару добрых слов в адрес своих коллег госкорпорации Роскосмос. Вот сегодня присутствует у нас департамент пилотируемых программ, ну в основном прекрасная половина, но и есть у нас и мужская часть нашего департамента. Вот. Это люди, которые находятся в постоянном обеспечении контрактации, сопровождении контрактов, которые, выполнение которых направлено на поддержание эксплуатации станции, на подготовку экипажа, на предоставление соответствующих средств своевременно на функционирование центра подготовки космонавтов. Это тоже каждодневная работа, которая может быть не всегда видна, но без нее, наверное, бы очень многое у нас не происходило. Значит, приказ номер 26 от 1 февраля 2019 года о награждении знаками отличия Государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос за успешное выполнение программы полета 56-57 основной экспедиции на Международную космическую станцию приказывает наградить знаками отличия экипаж 56-57 основной экспедиции на Международную космическую станцию медалью Юрия Алексеевича Гагарина, Прокопьева Сергея Валерьевича, бортинженера экспедиции МКС-56, бортинженера МКС-57 и командира транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-09». Медалью «Космос без границ» Герста Александра, бортинженера экспедиции МКС-56, командира МКС-57 и бортинженера транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-09». Медалью «Космос без границ» Аунион Чесеоро Сирину, бортинженера экспедиции МКС-56, бортинженера МКС-57 и бортинженера 2 транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-09». Передаю соответствующее удостоверение. Слово для выступления предоставляется послу Соединенных Штатов Америки в Российской Федерации Джону Хансману. Dear friends and dear guests, it's a great honor to represent the United States of America and the people of the United States of America at this wonderful and important gathering. Дорогие друзья, дорогие коллеги, для меня это огромная честь представлять здесь Соединенные Штаты Америки и народ Соединенных Штатов Америки. Director Pavel Vlasov, thank you so much for your hospitality. It's an honor to be with you, sir. Господин Власов, вам огромное спасибо за ваше гостеприимство. And to Sergey and Alex and Serena,
What a great privilege and honor it is to be with you after your successful 197-day journey aboard the International Space Station. Сергей, Александр и Сирина, для меня это огромная честь быть с вами здесь сегодня и отмечать этот прекрасный день вашего возвращения после вашего путешествия на МКС длительностью 197 дней. They're so well known and famous these days, they go by only their first name, just like an international pop star. Это на самом деле потрясающая история, и для меня очень приятно быть частью этого. But what has not been said is how important space flight is and how important this mission has been to breaking down political barriers and promoting better understanding between nations. На самом деле, космос очень важен, и я не могу даже переоценить значимость вот этого конкретного полета, этого экипажа для преодоления тех политических барьеров, политических напряженностей, которые существуют в мире на данный момент. I remember sitting in my high school class in the state of Utah, in the western part of the United States, over 40 years ago, 1975. And in an auditorium just like this, a cosmonaut and an astronaut both appeared on the stage in front of those high school students. Я помню, много лет назад, 40 лет уже прошло, 1975 год, я сидел вот примерно такой же аудитории в своей школе в штате Юта, и у нас было мероприятие, вдруг неожиданно на нем появился астронавт американский и космонавт. Они вошли в эту комнату. I had never seen a Russian person before. It was a height of the Cold War. And here a cosmonaut and an astronaut were the best example of all of how we could promote peace and deeper understanding even when times were difficult. И никогда до этого не видела русского человека. Для меня это было вот такое вот удивительное событие. И вдруг действительно появление их в этой аудитории в разгар холодной войны, это значило очень много для того, чтобы преодолеть то состояние холодной войны, в котором мы были, для преодоления вот этих барьеров. That is a day I'll never forget. I remember it like yesterday. And this is a day I'll never forget. Но тот день я никогда не забуду. Для меня он как будто был вчера, но я также никогда не забуду сегодняшнее событие. So thanks to our astronauts, they are heroes to so many people, and they are, whether they know it or not, inspiring a new generation of those who would seek to conquer the unexplored parts of space. Конечно же, спасибо большое космонавтам, астронавтам, вы настоящие герои. Вы помогаете многим людям понять, как можно раздвигать горизонты знаний, горизонты космоса, преодолевать огромные трудности на этом пути. But our deep thanks on the part of the United States to Star City for their technical skill and dedication. Our thanks to our partner in Roscosmos for overseeing the mission for their safe flight aboard the iconic Soyuz spacecraft. Особую благодарность я хотел бы выразить работникам, которые работают здесь, в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина, за техническое умение, за ваши навыки, за ваше мастерство, которое вы передаете экипажу. А также хотел бы поблагодарить работников корпорации Роскосмос за вашу помощь и помощь в том, чтобы этот экипаж, другие экипажи могли совершить такой успешный полет на легендарном корабле «Союз». I reminded our astronaut friends that I had the great honor of attending the launch in Baikonur, and I witnessed firsthand the technical skill, precision, and expertise required in human space flight. И для меня была большая честь, я всегда говорю своим друзьям, побывать на космодроме Байконур, где я своими глазами видел вот это высочайшее техническое мастерство, умение, квалификацию, которое требуется для совершения космического полета. When you stop to think about it, it is one of humankind's most complex endeavors,
yet performed brilliantly by Americans and Russians who share a common goal. Это на самом деле потрясающее мастерство, и когда думаешь об этом, еще более важно отметить, что это такие великие деяния делаются совместными усилиями россиян и американцев. So I want to take this opportunity to honor the engineers, the technicians, the scientists here in Star City, but also across all of this great country, Russia, and throughout the partnership that work together daily, hourly, to make this mission such a success. Моя благодарность не только сотрудникам Центра подготовки космонавтов, а также аффилированным организациями по всей России, которые принимали участие в подготовке этой безупречного полета. Также благодарность всем, которые имели отношение к подготовке этого экипажа. Their mission, just beyond the scientific benefits, does provide the next generation with inspiration and wonder, and shows them the value of working together internationally as partners. Безусловно, такие полеты очень важны для будущих поколений. Они вдохновляют их на дальнейшие усилия по освоению космоса, по познаванию нового. Но также они являются примером международного сотрудничества, работы вместе. So to Sergey, Alex, and Serena, thank you for your dedication to this mission. We honor you this day. We'll have some flowers to give you in just a moment. Таким образом, поздравления моему экипажу, Сергей, Алекс и Сирена. Спасибо вам большое за ваш полет. У нас для вас есть букеты цветов, которые мы хотели бы вам вручить. But finally, I want to offer my deepest appreciation to your families. I know I've had the pleasure of meeting them in Baikonur when we stood and watched the launch and felt the thunder on our chest as the Soyuz went into space. It was unforgettable. So on behalf of the United States, I also want to offer flowers to Sergei's wife, Екатерина. Особенно хотел бы отметить, конечно, семьи, потому что это очень важно. Это понимаешь, когда стоишь во время запуска, и рокот ракеты, рокот космодрома отдается в твоей груди. Это такой необыкновенно важный момент, когда ты осознаешь, какую роль играет семья в вашем полете, через что они проходят. Поэтому особая благодарность семьям. И у меня есть букет для жены Сергея, Екатерины, который я хотел бы ей вручить. Спасибо. Спасибо большое. Слово предоставляется послу Федеративной Республики Германия в России господину Родригер фон Фридж. Уважаемый господин директор, уважаемые представители агентств и правительства России, дамы и господа, но прежде всего, dear Serena and Chancellor, уважаемый Сергей Валерьевич, либо Александр Гаст. It's a pleasure and an honor to be here. Thank you very much for the invitation to assist this very special occasion and celebration. Для меня большая радость и большая честь находиться здесь вместе с вами, и я благодарю вас за приглашение на это знаменательное событие. And it was moving to start this morning, this celebration, by laying flowers at the monument honoring great Yuri Gagarin. Церемония, которая началась сегодня утром, началась с выложения цветов к памятнику Юрию Алексеевичу Гагарину. Like my friend and colleague John Huntsman, I have memories from my youth concerning space. И также, как мой друг, выступавший до этого, я тоже хотел бы поделиться своими воспоминаниями времен юности. When I was 8 or 10 years old, I knew the names of three Soviet citizens. В то время мы хорошо знали имена трех
граждан Советского Союза. Юрий Гагарин, Валентина Терешкова and of course legendary goalkeeper of the Sporная Лев Яшин. Юрий Гагарин, Валентина Терешкова и, конечно, легендарный голкипер, вратарь Яшин. As well as then learned the names of John Glenn, Wernher von Braun, Neil Armstrong from the United States. Эти имена были также известны, как и имена знаменитых американцев Джона Гленна и Луи Армстронга. What all they meant to us when we were young was giving us inspiration, vision, hope, dreams. Для нас, молодежи, эти имена были очень важны как символ вдохновения, стремления к своей мечте, стремления вверх. And they all implanted in us the deep belief, the conviction that man can overcome whatever challenge, whatever problem, if he wants, if he's dedicated, and if he cooperates. Эти имена, этот пример внушил нам, что человек может достичь чего угодно, любую мечту, если он приложит достаточно усилий к тому, чтобы добиться этой мечты. Space flight in those days was competition, and it has turned into cooperation. Космические полеты, космонавтика — это территория, это область, в которой партнеры, с одной стороны, являются конкурентными, с другой стороны, невозможно без сотрудничества добиться своих целей. And all you three stand for this, for the great cooperation. И я хотела бы поблагодарить наших партнеров за это замечательное сотрудничество. But at the same time for this fantastic enthusiasm, which comes from what you do. И одновременно за этот замечательный энтузиазм, с которым вы относитесь к своему делу. And I will tell a little anecdote to illustrate that this enthusiasm with young people still is alive today. И очень важно, что этот энтузиазм также вдохновляет сегодняшнюю молодежь на их стремление. I was in Yekaterinburg last November, and my telephone rings, and it was Alexander Guest calling me from space. Я помню, в ноябре у меня раздался телефонный звонок. Это из космоса звонил Александр. And we had a nice conversation. Then he asked, "Where are you?" And I said, "Yekaterinburg." И у нас состоялся интересный разговор. Он спросил, где вы? Я сказал, в Екатеринбурге. And he says, "Can't be. This is the home of Sergei." This can't be. This is the home of Sergei. Надо же, какое совпадение! Это родной город Сергея. So next day I give a lecture in Yekaterinburg University. В этот день я проводил лекцию в университете Екатеринбурга. And I tell the students, you cannot imagine whom I shall send you greetings from. И я сказал своим студентам, вы даже представить себе не можете, кому я сейчас передал привет от вас. From Сергей Прокопьев. От Сергея Прокофьева. And you can't imagine the fantastic cheer of the Yekaterinburg students. И вы даже не можете себе представить, с каким энтузиазмом они приветствовали это известие и Сергея. So I want to thank you for reaching out to millions, for inspiring dreams in the younger generation again. И я хотел бы еще раз поблагодарить вас за то, что вы своим примером стремления к своей мечте и того, что вы добились своей мечты, являетесь собой модель, пример для того, чтобы молодые люди могли также следовать своей мечте и работать с таким же энтузиазмом. And I want to thank the hundreds and thousands on the ground who make these missions possible. И это также относится к множеству людей, которые сделали возможной эту работу, эту миссию. Particularly in Roscosmos. В частности, это Роскосмос. But also in ESA and NASA. А также коллеги из ЕКА и НАСА. I want to encourage you to carry on and take us to new frontiers with new visions and new dreams. При поддержке этих людей, при поддержке наших коллег и друзей, мы можем продолжать свою работу, мы можем стремиться дальше к новым мечтам. I am glad we can carry on our celebration tomorrow at the German Embassy. I'm looking forward to this. Я очень рад, что наша церемония, наше празднование продолжится завтра в посольстве Германии. Я жду с нетерпением.
And then we have a very special gift for all three of you. И затем у нас будет очень особенный подарок для вас трех. Thank you very much for listening. Thank you for your attention. Спасибо за внимание. Большое спасибо. Слово предоставляется командиру корабля «Союз МС-09», бортинженеру МКС 56-57, космонавту-испытателю Роскосмоса Прокопию Сергею Валерьевичу. Еще раз добрый день, уважаемая комиссия, уважаемые коллеги, дорогие друзья, гости. Подводя итоги нашей 56-57 экспедиции на Международную космическую станцию, мне хочется сказать, что это был где-то сложный, где-то неординарный, но очень интересный полет. Несмотря на все события, которые сопровождали наш полет, запланированная программа на экспедицию была выполнена практически полностью, и ряд событий, которые произошли на Международной космической станции в течение полета, в истории произошли впервые. Мне хочется отметить, что за это время полета экипаж с достоинством справлялся с теми задачами и порой испытаниями, которые выпали на срок нашей экспедиции. Я хочу выразить благодарность и сказать, что я горжусь тем, что мне довелось летать и работать вместе с такими профессиональными и моими друзьями, профессиональными астронавтами Александром и Сиреной. Огромное вам спасибо за поддержку, за чувство локтя и за взаимодействие, которое у нас царило на станции. А также я хочу выразить слова благодарности экипажам 56-й, а затем 58-й экспедиции. Огромное спасибо за то, что мы сделали вместе. Особенно приятно отметить тот психологический комфорт и атмосферу доверия, созданные внутри экипажа станции на протяжении всех 197 суток. Это позволяло решать все вопросы быстро и с отличным качеством. Хочется выразить слова глубокой благодарности всем тем, кто в изменяющихся условиях подготовки и в процессе полета приложил максимум усилий и профессионализма для качественной подготовки экипажа и используемого оборудования, всему инструкторскому, медицинскому, инженерному составу, группам управления и планирования. Хочется выразить слова глубокой благодарности всем тем, кто создает, готовит и обеспечивает весь сложнейший комплекс российской пилотируемой программы МКС. Всем тем, кто создает огромный невидимый айсберг, вершиной которого является Международная космическая станция. Было выполнено два непростых, но важных выхода в открытый космос, во время которых все основные поставленные задачи были выполнены. Я благодарю всех тех, кто в непростых условиях готовил, вел и обеспечивал эту ответственную и уникальную работу. Не могу не отметить тесное и плодотворное сотрудничество в течение всего полета с персоналами центров управления полета всех космических агентств, постановщиками экспериментов, группам медицинской и психологической поддержки, всем, кто управлял, помогал и поддерживал нас. Еще раз спасибо за полное ощущение работы в команде, объединенной единой целью успешного выполнения программы полета Международной космической станции. Ну и в заключении, ну, наверное, главные слова благодарности я хочу сказать нашим семьям, близким, друзьям за поддержку, которую мы чувствовали на протяжении всего полета на Международной космической станции, которая позволяла нам работать спокойно, с честью выходить из разных сложившихся ситуаций и в итоге выполнить всю программу полностью. Спасибо за внимание, спасибо огромное за хорошие, прекрасные слова, которые мы сегодня от вас услышали. Спасибо. Спасибо, Сергей Валерьевич. Слово предоставляется бортинженеру МКС-56, командиру МКС-57, астронавту Европейского космического агентства Александру Герсту. Дорогие друзья, и это включает все, которые здесь. Перед полетом мне журналисты попросили, а какой у вас цель? Что хотите стать там в космосе? Рекордсмен, по длительности, по ВКД, под подвигом. Я думал и знал ответ. Я сказал, хотел бы стать обычным космонавтом. Поэтому это значит, ну, самый первый выполнить свои действия,
Во-вторых, конечно, ничего не сломать. И, ну, самое главное, быть друзьям, остается друзьям с экипажем, вернуться домой как друзья. И мы здесь сидим, ребята прекрасные, молодцы, все выполнили, научная программа выполнили, ну, станция еще прекрасно летит. И самое главное, мы друзья. И это, конечно, ну, спасибо экипажу, но не только. Сергей уже сказал, все уже сказали. Это там большая группа, которая, ну, этот проект реализует. Там, ну, инструкторы, инженеры, врачи, спасатели. Все разработчики, которые строили этот прекрасный корабль, надежный корабль Союза, с которыми мы летим в космос. МКС там летит. Большой проект. Без вас, без тысяч, ну, много тысяч людей. Это айсберг. Из этого айсберга не вылетали никуда. Это большой проект. Летит. Спасибо вам. И, конечно, тоже важно, наверное, важнее, чем все, спасибо Земле, родители, жены, дети, друзья, которые нам поддержат день и ночь, когда мы здесь и в космосе. Без вас мы тоже никуда не вылетали. И, в конце концов, жители звездной горетки. Ваш городок стал, ну, маленькой частью Родины для меня. Когда я здесь сюда летаю, я уже позавчера это чувствовал, это всегда чувствовать себя, как летят домой. Ну, спасибо за это. Спасибо, Александр. Слово предоставляется борт-инженеру 2 корабля «Союз», борт-инженеру МКС-56-57, астронавту Национального аэрокосмического агентства Соединенных Штатов Сирине Аунион Ченцел. Уважаемые комиссии и уважаемые коллеги и друзья, наша экспедиция была очень интересной, с многими испытаниями. Но в итоге все прошло успешно. Наука, ВКД, запуск и посадка. Благодаря вашей отличной подготовке. И Сергей и Алекс, спасибо, спасибо, спасибо за поддержку. Я очень рада быть здесь, в GCTC, потому что это второй дом для меня. И вы моя семья. Спасибо. Спасибо, Сарина. Слово предоставляется начальнику Центра подготовки космонавтов имени Юрия Алексеевича Гагарина Павлу Николаевичу Власову. Дорогие друзья, драгоценный экипаж, еще так сегодня не говорили, а так все превосходные степени уже были озвучены. Замечательные, драгоценные. Уважаемые гости, высокие гости, представители Федеративной Республики Германии, Европы, Соединенных Штатов. Вроде бы и традиционное такое мероприятие, да, встреча, торжественная встреча экипажа после завершения полета и реабилитации. И вместе с тем оно, как и всегда, абсолютно разное, потому что для людей, которые совершили этот космический полет, это их полет. И что там было в этом полете хорошего, сложного, простого, это в первую очередь их личные переживания, их радость от свершенного, расстройства, когда это уместно, но вместе с тем воля и сконцентрированность на выполнении поставленных задач. Я думаю, что все мы понимаем, что они блестяще с этим справились. Каждый из них реализовал, наверное, свою главную или, наверное, самую непростую, самую труднодостижимую мечту, да?
Сергей Валерьевич, добродушный командир добродушного стратегического бомбардировщика, стал космонавтом, выполнил свой первый космический полет. Перешел из синей зоны в белую. Это, вы знаете, фотографии отряда космонавтов, там белый верх – это космонавты в скафандрах, а синие – это космонавты, которые еще не слетали. Вот Сережа переместился в верхнюю белую строчку. Мы его поздравляем с этим. Больше всего радуются его пока не слетавшие коллеги, потому что они понимают, что они стали на один шаг, на один старт ближе к реализации своей мечты. Поэтому мы и их поздравляем тоже. Сергей стал 122-м космонавтом в нашем Отечестве. Вот, и 13-м из сегодняшнем составе. 13-м из слетавших космонавтов сегодняшнего состава отряда. Александр Герст, космический зубр. Второй полет, 363 суток в общей сложности. Ну, еще есть над чем работать, потому что за год-то точно надо перевалить. Поэтому еще как минимум один полет, а там дальше как захочется. Серина, первый полет, 343-й астронавт НАСА. Да, Александр, 11-й астронавт Европейского агентства, да? 343-й астронавт НАСА. Но все равно это всегда очень личное. Это личное решение попробовать стать космонавтом, астронавтом. Это личное решение ограничивать, как и у всех в судьбе, ограничивать себя во многом ради того, чтобы реализовать вот эту вот непростую, далекую, сложную, но фантастически яркую мечту. Посмотреть на нашу планету из космоса, выполнить задачу в экспедиции, услышать вот такие, неоднократно услышать слова коллег, о том, как мы вам благодарны за то, что вы достойно выполнили эту задачу. Я бы хотел традиционно от Центра подготовки космонавтов тоже вручить наши сувениры доблестному экипажу. Прошу мне помочь. Еще раз благодарю достойных представителей разных наций планеты Земля в целом за то самообладание и взаимовыручку, которую они проявляли на всех этапах полета. Все сделано достойно, оправдали все наши надежды. Я желаю всем членам сегодняшнего экипажа, чтобы у них дальше все шло по программе. Хотим полетов, чтобы этих полетов было столько, и здоровье позволяло. Столько, сколько хотим. Мы всегда в Центре подготовки космонавтов будем рады видеть вас снова на новых программах подготовки, к новым полетам, на новые орбиты, на новые планеты. Они тоже готовы и тоже рады к нам вернуться в родной дом, как все дружно сказали. Чем мы им от всей души желаем. Я хотел бы подчеркнуть, что, конечно, в очень непростых условиях пришлось ребятам работать, когда из-за неудачного старта Союза МС-11 время пребывания на орбите, так сказать, в составе одного, время, когда нужно было работать как минимум за двоих, оно так очень сильно растягивалось, мы переживали, сопереживали, делали все, чтобы это было максимально комфортно, но они сами благополучно с этими задачами справились. И сегодня у нас на орбите трудится экипаж очередной экспедиции во главе с Олегом Кононенко, Дэвидом Сен-Жаком и Энн Маклейн. Давайте мы им пожелаем удачи, чтобы в установленное время мы их благополучно встретили также в этом зале и с радостью сказали, что они точно так же с достоинством выполнили все задачи, которые на них возлагались, и точно так же готовы к новым полетам.
И позвольте мне этот замечательный душевный вечер, это мероприятие объявить закрытым.